Снег в августе. И мы сейчас поедем с этим макияжем. Вы сказали, не холодно будет, но холодно. В течение 3 дня все резко поменялось. А мы едем на такси в город? Да, на такси. На автобусе хотела? А, не-не-не. Автобус тоже есть. А, не надо. Для нас, если больше 5 минут, это уже на такси. Наши туристы в Казахстане. Добро пожаловать в моем Казахстане. Это туристы из Казахстана. Которые не были в Чимбулаке. Я была, кстати. Летом я не была в Чимбулаке. Это не летом, да? Это осень. Нет, это не лето. Водитель просто гонщик. Мы просто приехали очень быстро. И очень холодно. Очень чупти, чупти. Очень холодно, Чимбулаке. Да. Хотя это летом. Такой большой. Вместе вам. Ва, спасибо. Пойдем в фуникулёр. Рахмет. Рахмет. Ва, оказывается, очень много народу ждут. Кто пешком же, да, поднимается? Кто? Все люди дойдут пешком. 20 дня будет. А нет? 30 минут. Это 25 минут. Пешком, пешком как будет 30. Вот так, еще долго-долго ехали. Видели речку, животных, цветочек, дерево и так далее. Мы очень долго поднялись, просто бесконечно поднялись. Это самый долгий фуникулёр в моей жизни. Там снег, в августе снег, когда снег. А, дури ольчу боласа. Это место типа пересадка, нам еще нужно подняться, но туристы тут снимают фото, поэтому мы тоже решили снимать, потому что мы туристы. Я похож на казашку с макияжем в казахском стиле. Он очень похож на казах, да? Ты тоже немного похожа. Просто ему слишком идет. Это орел. Оказывается, у него глаза закрыли. Поднимаемся еще дальше. Каждый раз, когда мы катаемся, поднимаемся, другая природа. Поэтому просто смотреть тоже очень интересно. О, Йоги. 엄청 높은 것 같아. 산이 너무 커가지고. 진짜 엄청 커. 우와. 그렇게 большие снеги. Вы когда-нибудь слышали Новый год в августе? Вот то же самое атмосфера была. 아 여기는 눈이 엄청 옵니다. 우와. 대박. 이제 크록스. 와. 엄청 예쁘다. хотела кричать с Новым годом. Август в Алмате будет снег. Будьте осторожны. Такое, наверное, очень сложно посмотреть в августе. Как нам повезло. Как тебе? Снег в августе. Снег в августе. Еще дальше надо идти. Мы успеваем? Да, час еще есть.
이제 리비클라 비치 차이스 먹고. 잘 먹겠다. 옷 에따다. Пока мы с друзьями выпили чай и разговаривали. Все хорошо видно. Снег остановился, поэтому четко видно было. Мы спускаемся в город Алматы с казахским макияжем. Я ездила, очень было. Мне очень понравилось. Это слишком высокие и красиво, воздух хороший и там живут, гуляют лошади. Да. Ему не холодно. Ну, как можно вдвоем посмотреть такую красивую природу? Это незабываемые воспоминания для нас. А сегодня мы решили поехать на Чаринский каньон, поэтому я рано проснулась. Доброе утро из Алматы. Сегодня мы поедем в Чаринский каньон Кайнди Кулсай. Я была раньше в Чаринский каньон, тогда было очень красиво. В этот раз думала, я хочу показать Юне. Еще Кайнди и Кулсай. Очень жду. Привет! Очень хорошо. А я думала, холодно, но вообще да, не холодно. Прям это машина! О, это наша группа, попали. На 7 человек. А сколько часов ехать? 3.5, где-то 4 часа. Юн забыл мой сонглаз. Где? Юн. Как? Вообще совсем другой город. Или да, аур? Кажется. Я тоже первый раз поехала. Надеюсь, там туалет чистый. Надеюсь. И мне это страшно. Я замечала, если курт много есть, тогда туалет хоть есть. Много пьешь, да? Да. Поэтому тут курт нельзя. Давай. Аннасайо. Аннасайо. А сын тоже корейской музыкой болеет. Ага. О, сонглаз! И здесь цены большие. Это надо купить. Чем саке дала гоеба? Давайте тату бинать. Ай, какой. Я скидку хорошую сделала. Нет. Это я пошла, да? Агуша? Это вода? Да, это детская вода. Для детей. Детская вода или взрослая вода? А вы не будете купить курт? Курт будем. Юна, это рай для Юна. Как вы знаете, в Корее мы не нашли. Боже мой. Бесконечный, вечный. Вот наш Юн. Офигеть. Это так дешево. Рубус тоже очень большой. Дыня? Да. Дыня так выглядит. Я как кореянка не могу смотреть, когда наши буквы неправильно поставлены. Вот так правильно. 안녕하세요. 안녕하세요. Вот это очень дешево, 53 тенге, а это 835. Там много дороже. Ой, спасибо. Для меня купили туалетную бумагу. При покупке на 3 кока-кола, которые часто вообще штук, теперь моя сумка идет в упадок. Очень вкусно. Чонхобы? Или как ваше имя? Кёнга. Мои дочки, оказывается, ваши фанатки. А, серьёзно? Да, ваши подписчики. Серьёзно? Фото сегодня. Конечно, да. У вас в Инстаграме, оказывается, 240 тысяч подписчиков. Близнецы? Да. А, мини! Я купила Chanel за примерно $15. Красиво, конёк!
вот это каньон. Зачем нам дорого в Америку? У нас есть такой каньон. Чалинский каньон. Не надо в Америку. Тут... Вау, погода. Мне масло встал. Там такси есть для корейцев, мне кажется. Кто не хочет гулять. Будто просто картинка. Я была раньше, но ничего не поменялось. Ва, только очень жарко. 저기 엄청 커, 이거. 어. 또 животные тоже жили. Опатим. Круто! Это кто? Чья? Это очень прикольно. Конечно, мы туристы, мы сделали и видео, посмотрите. Венчики. Все это сами приготовили? Это надо попробовать. Я, это Шанель? Шанель. Юн боялся гулять. Вот так. Я думаю, птица кушает тебя. Очень хороший бизнес. Мы решили подняться сверх, чтобы посмотреть всю. Поднялись. Ах, устал. Тоже страшно. О, несло просто. О, мой гад. Очень красиво. Я вообще просто вот так не высоко не поднялась, но очень красиво. Я думаю, что Казахстан, природа, это просто не слов. В Алмате просто как город, высокие здания. Это как санира кати идти? Кати. Более, потом самаги идти на кинонге идти. Ну-ка, очень синьян го гате. Юн говорит, что не ожидал такое смотреть в Казахстане. Чуть-чуть, но это очень круто. Очень кати не боя. Кати не боя. 엄청 이게 이어져서 저 산까지 쭉 갈 것 같아요. 그러니까 теперь мы едем в Колсай и мы остановились в Ауле. Ждите следующее видео. Пробаса. Значит, это Аул. Юрта.